как прошло наше творческое путешествие в Коломну. Встретились мы на Казанском вокзале и счастливые отправились на экспрессе в путь. Разместились мы в гостинице «Сороковой меридиан» на берегу реки и сразу же отправились рисовать пастелью. Погода чудесная, настроение прекрасное, работы соответствующие. Позавтракав, мы отправились питаться духом города на обзорной экскурсии. Нам достался самый лучший экскурсовод с сильнейшей харизмой, с погружением в полным в атмосферу города. Что церковь-то еще на свете есть, из-под земли живых зовет к обедне. Настало время подкрепиться, и мы отправились на театрализованную экскурсию с дегустацией коломенского калача. Губа уже у нас треснула, теперь давайте ее раскатаем. Губа не дура. Нет ничего проще, чем раскатать губу. Вот так вот раз, и она раскатана. А вот теперь, поглядев на нее, можно сказать, губа не дура. Но у нас не один калач, у нас их партия. Город мы увидели не только с земли, но и с воды на теплоходной прогулке. Такие нас ждали невероятные виды. Закат. Посмотрите, какие получились фотографии. На этом наш день не окончился. После ужина мы отправились на прогулку вечернюю. Посмотрите, как прекрасна Коломна в ночных огнях. И мы нашли такого удивительного бутылочного ангела, который отдыхает на заброшенном доме. Следующий день начался с посещения музея пастилы. Здесь мы не только узнали все о создании коломенской пастилы, но и посетили театрализованную программу с дегустацией и чаепитием, посмотрели театр теней. Ну и, конечно, гвоздь нашей программы – пленэр маслом на берегу пруда возле Бобренева монастыря. Спасибо. Чудо-чудное. Это просто чудо. Чудесно. Я не отдыхала давно. Я не помню, чтобы когда-то была такая погода в конце сентября. Ребята купались в пруду, прыгали с мостушек. Мы зарядились энергией, теплом на весь год. Посмотрите, какие работы получились замечательные у моих учеников. Но у нас впереди еще много творческих программ для вас. Скоро мы отправимся в Рязань. Если вы хотите присоединиться, пишите. Будем рады. Ваша команда «Краски жизни».